Проверим. Сыворотка концентрированная, увлажняющая против морщин. Увлажнение кожи, повышение упругости, устранение морщин. Три вида чистой гиалуроновой кислоты плюс витамин В5. Подходит для чувствительной кожи. Флакон с пипеткой 40 мл. Интересная какая коробочка в коробочке. Кто пользовался, поделитесь в комментариях с Верой. Ну что, буду использовать, если не сегодня, то завтрашнего дня. Всегда удивляла, зачем столько бумаги упаковочной, когда непропорционально. Для красоты, возможно. Кстати, интересный такой флакончик. Какая пипетка длинная. Серум. Сыворотка ультраконцентрированная для кожи с несовершенствами. Это у нас что было? В5, а тут цинк. Матирование, устранение пустакне, сокращение несовершенств. Гиалуроновая кислота, витамин В3, 10% плюс цинк. Подходит для чувствительной кожи. Тоже 40 мл. Этот. Так, кстати, тут применение же есть. Применение утром, либо вечером. Нанести несколько капель сыворотки на сухую, чистую кожу лица, шеи, зоны декольте. У меня как раз одна сыворотка почти закончилась. Значит, это будет утром, а это будет вечером. Вечером нанести небольшое количество сыворотки на проблемные участки и на всю кожу лица, избегая области вокруг глаз. Во время использования сыворотки обязательно применение кремов с SPF фильтрами для защиты кожи от УФ излучения. Я так понимаю, тут тоже она выходит. Легко открывается. Это у меня обычно проблема с открыть такие коробочки. Это зелененькая. Сентября 23-го, а это сентября 23-го. Это до 25-го, это 26-го года. Сыворотка антиоксидантная для преодоления кожи с глутатионом. Преображает кожу, восстанавливает тонус, обеспечивает лифтинг эффект. Подходит для всех типов кожи, даже для чувствительной. Рекомендовано дерматологами. Витамин С, С. Я все хочу ее достать так, чтобы не пришлось из пленочки выставлять. О, получилось. О, золотая. Какой флакончик крутой. Тут он непрозрачный, не протерм. А эти два, можно сказать, что прозрачные. Ну, либо такая.
голубой, но он более прозрачный. Более прозрачный, чем вот этот. Да, я снова ее открыть. Не втекаю. И последняя. Сыртка липосомальная, омолаживающая, витамин С. Придает свежесть, сияние, устраняет следы усталости, сокращает морщины. Подходит для всех типов кожи, даже чувствительные. Рекомендован дерматологам. Витамин С, омега-3 и масло персика. О. Тут же сбоку еще информашка есть. Но этих нету. На сине-зеленый. Такого написано уход. Первое тонизирующее, второе интенсивное, третье основное. Это у нас интенсивный уход. И тут тоже два интенсивных. Стабилизированная форма витамина С в липосомах. Стимулирует синтез коллагена и эластина. Улучшает упругость, гладкость, уменьшает глубину выраженность морщин. Ну, посмотрим, как оно. Я, конечно, они не супер глубокие, но я щурюсь. Даже когда в своих вот этих фотохромных очках. Значит, так. Осветляет пигментные пятна. Придает лицу красивый естественный тон. Это как у нас применяется? Вечером нанести несколько капель на предварительно очищенную от макияжа и заглядение кожи лица и шеи. Избегайте области вокруг глаз. Во время применения сыворотки днем используйте солнцезащитные средства с фактором защиты не ниже SPF 30. Тусклый, сохранение тусклый тон кожи, снижение тонуса, сухость, неровная поверхность и морщины. Теперь тоже вечером. Морщины, показания морщины, тонкие линии, неровная поверхность, тусклый тон кожи, гиперпигментация, сухость. Вечером нанести 1-2 капли сыворотки на проблемные участки или всю кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз. То есть вот сюда нельзя, да? Во время применения сыворотки используйте солнцезащитные средства с SPF фактором защиты не ниже SPF 30. Придает свежести сияние, устраняет следы усталость, сокращает морщины. Так, тут походу дело ножичком надо, так не открыть. Мне же как-то пахнет интересно, оранжевое тут. Да, кстати, половину флакончик коробочки занимает. Вау, цвет какой интересный. Это до декабря 25 года. Я теперь вся в сыворотках. Витамин С. Церм. Я тут столько сывороток теперь. И все от Либротерм. Кто какой пользовался? Какой-нибудь из этих. Поделитесь в комментариях. И да, я надеюсь, вы словили мурашку. А если еще уснуть на полпути и решили пересмотреть, что я тут тележу, то будет еще круче. Если это так, поставьте пальчик вверх. Если еще не подписались на канал, буду рада вашей подписке. Если нажмете на колокольчик, будет еще круче. Да-да, у меня где-то входит в творческой студии процент тех, кто процент вообще поставивших, включивших колокольчик. Ну и если хотите поддержать канал, где-то будет облачко. Если пользовались чем-то из этого и при этом уснули первый раз, а второй раз решили досмотреть до конца, то тоже поделитесь в комментариях. Ой, поставлю всем сердечко. Всем пока!